Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Брайан, и сегодня мы продолжаем играть в замечательную игру, которая называется Banana Cardboard. Ну и давайте для начала начнем, потому что эта музыка, которая играет мне очень громкая, меня могло быть не слышно просто-напросто. Итак, мы продолжаем играть в эту игру, это уже вторая часть. В прошлой части, как вы помните, мне встретилась та матрешка, это оказывается, по вашим комментариям, я выяснил, что это смерть, то есть в этой игре даже есть смерть, это даже чем-то хоррор игра, я вообще испугался, когда я ее увидел, она как скример выскакивает. Надеюсь, сейчас она мне не попадется. Очень на это надеюсь. Но, в принципе, она не будет попадаться, если мы будем около тепла. И, в общем-то, нам нужно выжить, как вы, если вы не забыли, несколько дней. Уже не, точно не помню в этой версии сколько. Ну, давайте хоть сколько попытаемся выжить. Так, для начала нам нужны коробочки. Давайте тогда создадим, наверное, какое-нибудь место для жилья. Ну, прямо здесь, наверное. Сейчас сделаем большой-большой склад коробок. Сюда будем все таскать. Так, приседай. Я уже немножко даже забыл управление в этой игре. Но ничего, сейчас. Ой, что это было? А, это музыка началась. Музыка начала играть. Ладно, давайте сделаем складик. И потом ночью мы просто-напросто его подожжем и будем греться. Но это будет только первая ночь. Потом нам будет искать это, вернее, искать новые коробки, идти далеко. Правда, не знаю я потом, как я это место буду находить. Но я так понял, с каждым днем я буду менять место для жилья, потому что я просто-напросто потеряю, где находится это место. Итак, что же у нас в этом мусорном ведре? Уть! Давай, блин, ненавижу управление в этой грёбаной игре. А нет, она же замечательная, точно. Блин, я не могу взять эту коробку из мусорного ведра. Иди сюда. Вот, наконец-то. Давайте ее тоже сюда перекинем. И что еще там? У нас там батон! Дай мне батон. Блин, я его сейчас фиг достану там. Так, ты идешь ко мне. Там еще пицца есть. И какашка! Там какашка! Фу-фу-фу, все, не буду оттуда еду брать. Так, вот это, кстати, хорошая самая еда. Так, леденец, давайте его съедим. Потому что нам все-таки нужно еще дальше пока что питаться. Пока мы с голоду не сдохли нафиг. Так, ешь леденец, ешь. Такие красные пиксели отходят от этого. Так смешно. Так, ну, быстрее. Ты уже весь сел? Ну, он у нас пополняется, правда, потом сразу же уходит. Нам нужно найти еду срочно. Ну, в принципе, она у нас есть, но буду я кушать ночью лучше. Так, давайте вот сюда. И эту коробку берем и тоже туда. Теперь у нас более-менее большой склад коробок. И нам нужна еще палка, чтобы защищаться от смерти. Правда, это не поможет, но... Все равно, пусть она пока что тут лежит. Итак, давайте теперь искать спички, потому что без спичек мы просто-напросто ничего здесь не сможем зажечь. Так что нам срочно еще нужны спички. О, еще одна коробка, я ее даже не заметил. Давайте ее тоже сюда перетащим. И теперь идемте искать спички. Как вы помните, в прошлой части я их искал очень долго. Так, машина, не сбей меня, не сбей. Никого. Блин, уже потихоньку начинает темнеть. Это мне вообще не нравится, потому что... О, снеговик. Потому что мы не нашли спички. О, еще коробки. Слушайте, это хорошо. Значит, это место для жилья будет нашим вторым днем. Вернее, наоборот. Ну, вы поняли. Так, давайте попробуем прокинуть эту мусорку. Может быть, тут есть спички. Быстрее. Мусорка. Ну, эй, отпусти... Эй, что? Я застрял. А, вот, все. Так. Есть? Нет. Ладно, быстрее бежим. Нам нужно срочно найти грёбаные спички. Ой, господи, меня даже этот снеговик уже напугал. Быстро ищем спички. Нас же смерть сейчас убьет. Так, быстренько. Угу. Тут ничего нет. Блин, это очень печально. Да еще их фиг заметишь, потому что... Так, мне кажется, или это похоже... Нет, не хочу, не буду. Снеговик, спаси меня. Блин, это место похожее на место из прошлой части, то есть где я как раз таки эту смерть встретил. Кстати, сейчас довольно странно то, что снеговики еще не исчезают. По идее, они уже к этому времени должны были уже все по домам, ну, уйти. Может, это новая версия игры, я просто не знаю. Может быть... Ой, смерть где-то рядом, раз такая фигня. А, нет, еще не смерть. Но, в общем-то, мы сейчас умрем. Да. Сейчас можно просто смотреть вниз и умирать. Тан-тан-тан-тан. Сейчас там будет. Ну, не факт. Да, смерти нет, это хорошо. Хотя может быть. Когда мы умираем от смерти, тогда там там. А сейчас просто красивая музычка. Фух.
Фух, да. Итак, давайте тогда уже наконец-таки еще раз рестартнем игру. И, блин, ладно, не буду теперь собирать в одну кучу, это долго. Ой, что за лаги, господи. А, ну это игра на Unity, понятно, откуда лаги. Ладно, все, они прошли. Идемте сразу же искать спички. Главное, это место не потерять. Машина меня не собьет, не собьет. Так, давайте пройдем сюда и пройдем чуть дальше. Как я уже говорила, в прошлой части очень странный здесь город. Да, вот. Здание тут очень как-то криво и странно расположено. И снеговик пришел из ниоткуда, там стена. Что это за фигня? Ладно, туда я не пойду, там слишком пусто. Давайте лучше тут искать спички. Тут пока что коробки, то они маленькие, давайте большие. Вон, кстати, еще более-менее большие коробки. Так, ничего нет, ничего такого примечательного. Давайте здесь по углам пройдемся. О, что-то лежит. Что это? Это спички, да, детка? Да, бери их. Так, все, я взял, да, спички, как ты их? Вот так, да. Ну и сейчас они не нужны. Кстати, это место из прошлой части, здесь меня тоже смерть ловила. Блин, она уже меня во многих местах ловила, прям вообще ужас какой-то. Так, давайте найдем лучше побольше спичек, потому что одного коробка не думаю, что нам хватит на эту ночь. Хотя, может быть, и хватит, если мы будем экономными, но все равно, все же лучше найти... Еще спички. Также кто-то мне писал в комментариях, что в этой игре есть какая-то железная дорога, ее можно найти, и если по ней пройтись до конца, то мы там найдем секретную локацию в этой игре, вокзал. И на этом вокзале есть много коробок, и там легко выжить. Но на самом деле я пока что не видел такую железную дорогу, но мне кажется все-таки, что она здесь есть, потому что мне так кажется, в этой игре точно хоть одна пасхалка, но должна быть. Так, давайте... По-моему, мой дом там. Надеюсь на это, по крайней мере. Я пока здесь хожу, я могу опять с голоду умереть. Поэтому сейчас уже идем по направлению домой. Но еще в это время ищем спички. Если не найдем, то попробуем выжить с помощью одного коробка. Ну-ка, быстренько. Дайте нам спички. Из чё? Нету, да? Ну, ладно. Придется выживать с помощью одного коробка. Так, а где мое место? Давайте вот тут попробуем пролезть. Надеюсь, я не жирный ребенок. Ой, а, нет, тут не такой уж и узкий проем, как кажется с первого взгляда. Так, вот где-то тут, блин, я уже, кажется, потерял место мое. Не может быть такого, я же не хочу просрать опять свой день, в общем. По-моему, он вот за этим домом, но я не уверен, это ужас. Сейчас давайте вот в этот переулок. А, тут нифига не переулок, мне показалось. Тогда... А, вот тут где-то. Да, я знаю, где наш дом. Он за этим домом, 100%. Я помню. Снеговики, вы откуда? А, типа вы выходите. Тогда понятно. Жалко, тут нельзя заходить в дома. Или там. Воровать, убивать. Все такое. Это уже GTA получится какая-то. Ладно, все, мы нашли наше место. Давайте вот эту... Ой, я сейчас умру с голоду. Быстрее. Берем ту банку. Хорошо, что они тут всегда, по крайней мере, не спавнятся. Так, это чипсы? Нет, это не чипсы. Ну, бери. Кушай. Никого не слушай. Блин, я ем, но это мне не особо помогает. Там прям капельку пополняется и уходит сразу же. Но мы должны съесть эту банку, чтобы не умереть. И после этого мы сразу же подожжем эти коробки, потому что если мы не подожжем, мы быстрее будем умирать от голода, собственно, логично. Итак, давайте, я уже научился их поджигать. Так, поджигайтесь, коробки, поджигайтесь. Молодцы. Так, теперь будем еще кушать в это время. Думаю, проживем хотя бы эту ночь. Кушай. Мне также говорили, что можно как-то греть вот так еду, и она будет намного больше пополнять сытости. Ну, давайте попробуем это сделать. Надеюсь, я сам не обожгусь сейчас. Так, ну все, пора кушать, потому что у нас мало времени осталось, и нам нужно быстрее еще одну коробку принести. И успеть... Так, давайте, ладно, сразу ее вот сюда кинем. Ну-ка, иди-ка сюда. Вот, молодец. Где наша еда? Вот. Кушаем дальше. Кушаем, главное, чтобы нам не попалась гребаная смерть. Надеюсь, этого не произойдет. Так, мы уже более-менее пополнили себе сытость, и она, по идее, не должна появиться. Но мало ли что может случиться. Вот, например, сейчас еда кончилась, ну вот леденец только валяется. И я не знаю, как, где мне искать еще еду. По переулкам я как-то не особо хочу блуждать, потому что сами знаете почему. Еще коробки берем. Еще быстрее, а то сейчас там все сгорит нафиг, и как-то спички я не хочу тратить. Хоть! Все. И давайте съедим этот леденец тоже. Ам-нам-нам-нам-нам-нам. Кушай.
Так, и сейчас давайте, наверное, пойдем вон в соседний переулок. Нам все-таки... Я думал, что в соседний переулок нам для второй ночи понадобится, но в итоге он нам и для первой еще понадобится. То есть тут очень все быстро тратится. И вот это вот все... Так, я возьму с собой коробочку. Пофиг, что я горю. Главное, что мне не встретила смерть гребаная. Давайте пройдем сюда. Так, коробочка, только так быстро не сгорай, потому что сейчас скажу. Потому что вот! Поджигай другую коробку. Красава. Так, о, тут еще банки. Отлично, слушайте, вообще супер, замечательно. Возьмем их тоже. Сейчас будем опять же греться и кушать. И никакая смерть нам не попадется. Никакая смерть. Ну, сейчас я уже более хорошо разбираюсь в этой игре. Ну, хотя тут разбираться-то нечего. Главное, тактику свою придумать или какую-нибудь другую использовать. Но я тут на ходу как-то свою тактику придумываю. В принципе, аналогичная. И у меня уже более-менее, кстати, нормально так пополнились единицы сытости. Хорошо, почти даже полностью. Только половинка, наверное. Так, давайте уже до конца съедим эту баночку. Ну, смерть теперь... О, блин, забыл. У меня же тратится... Огонь, быстрее. Еще коробочки. Мне так нравится, у меня дикая радость, когда я поджигаю всю новую и новую коробочку. Такое ощущение прикольное, то что сейчас мы не пропадем. Сейчас у нас все будет хорошо. Вот эта огромная коробочка мне еще больше придает такое ощущение. Так, иди сюда, я хочу взять эту. Да не тебе, а хочу тебя взять. Ну, банку нашу маленькую, которая осталась. Вот, все. Она у нас подогрелась, можно ее дальше кушать спокойно. Блин, я ее уронил. Быстрее, быстрее бери. И кушай, кушай, кушай. И нам нужно все экономить, поэтому я эту просто так банку не оставлю. Нам нужно ее до конца доесть. И пока что все идет отлично, только вот коробка уже скоро сгорит нафиг. Но у нас есть еще пару здесь коробок, так что мы не пропадем, думаю, эту ночь точно. У нас ачивка выжить хотя бы эту ночь. Так, быстренько тащим обратно, тащим. Быстро-быстро. Хыть! Да! Ощущение, что мы не пропадем, офигенное. От этой баночки уже осталось... Почти ничего не осталось. Но мы ее все-таки доедим. У нас, кстати, еще в запасе такая вторая баночка. Это только первая ночь, и мы уже много чего вообще потратили. Это ужас, как сложно. О, какая баночка вообще! Как будто это баночка от аскорбинок. Знаете, такие в аптеке продаются желтые аскорбинки. О, вот и кончилась наша баночка. Так, давайте еще вот эту коробку тогда притащим, чтобы хоть как-то продолжить проживать. Блин, правда, у нас очень мало осталось огня, поэтому нам быстренько нужно найти большую коробку. И чтобы нам не встретилась гребная смерть у этого фонаря. Ждет, она нас поджидает по тем углом наверняка. Я вообще слышу какие-то шаги, но это мои шаги, как бы. Еще как будто на заднем плане какие-то. Мне это не нравится, но я нашел коробку, это мне нравится. Так, лаги. Это мне тоже не нравится, потому что, когда лаги, мы сами все знаем, что может что-то заспавниться. И может заспавниться гребная смерть. Это будет очень плохо. Так, сейчас мы вернемся, надеюсь, там огонь еще будет. Блин, у нас одна коробка, во-первых, во-вторых, те сожглись уже, все потратились. Но у нас еще есть спички, поэтому это хорошо. У нас даже 4 штуки есть. Так, все, поджигаем. И знаете, нам нужно быстренько найти еще одну коробку. Быстренько. Ладно, туда я не пойду, потому что там больше ничего не нашел. Но вот через дорогу я пойду. И тут уже я вижу коробочку. Кстати, неплохое место мы для жилья выбрали, я хочу сказать. Вон еще ничего не сгорело, быстренько идем обратно. Быстрее, 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 быстрее. Так, и... Хватило! Да! О, да! И давайте немножко попитаемся. Потому что нам все-таки тоже не нужно забывать про еду. У нас уже полоса, видите, уменьшается довольно-таки. И давайте покушаем этот горох. Ну, судя по банке, это похоже на горох. А там, наверное, была фасоль. Потому что там была та же самая картинка, только красная. И кушаем, кушаем, пополняем. Кстати, мне кажется, или уже потихонечку, но светлеть начинает. Я так понял, то, что тут день быстро кончается, а ночь тут, блин, намного дольше идет. Это очень плохо для меня. И давайте вот тут эту баночку бросим, потому что она нам еще понадобится. Да, реально, светлеть начинает. Ура! Мы сделали это, мы выжили первую ночь. О, еще спички! Отлично у нас пока что все идет, хочу сказать. Так, бери. Все хорошо. И эту мусорку нужно... О, еще еда, еще еда. Правда, она плохая, но все же. И тут коробочка. Достаем ее. Блин, вот фиг из этой мусорки что-то вытащишь. О, там батон, только с какашкой. Ну, ладно. Нет, 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 стой, 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 ты не сгоришь, ты не сгоришь. Хыть! Да, я успел, только нужно побыстрее
еще коробочку найти. Ну или хотя бы... Давайте возьмем этот батон, который не берется. Быстрее, берись. Хочу тебя скушать. Ладно. Все, коробочек у нас не осталось. Мы вынуждены... Ой, блин, меня снеговик напугал, потому что он черный, прям как смерть. Так, давайте возьмем эту баночку и съедим ее. И пойдем уже в другое место. Нам нужно быстрее... Блин, быстрее бери. Нам нужно побыстрее... Я ее что, выкинул, что ли? Или... А, я ее доел просто. Блин, ужас, она уже кончилась. Итак, в общем, нам нужно быстренько найти другое место для жилья, чтобы пережить вторую ночь. Думаю, у нас это тоже получится. Если нам повезет, если я буду делать все правильно. Где-то тут недалеко было такое место, где было довольно-таки большое количество коробок. Но я пока не помню, где это место находится. О, черт, я уже кушать хочу. Кстати, смотри, там стройка, но я пока туда идти не... буду. А, показалось, что там смерть стоит. Блин, мне уже эта смерть везде кажется, ужас какой. Ладно. Сейчас мы умрем. Блин, это плохо. Это плохо. Нет! Нет, пожалуйста, пожалуйста, смерти никакой нет, да. Нет. Блин, снеговик меня опять напугал. Нет, только не умирай, пожалуйста, не умирай. Можно же полезать как-то. Все, лежи. Точно, я вспомнил, что здесь еще лежать можно. Нет, не надо. Теперь встать хочу, а встать я не могу. Ну ладно. Мы пережили одну ночь. Это для нас уже достижение. Потому что... Одну ночь 3 часа и 8 минут. Потому что в прошлой части мы ни одной ночи так и не пережили. 23 декабря, недалеко от Нового года. Я так понял, нам нужно... А, нам нужно 7 дней выжить, чтобы дожить до Нового года. Ну, получается, даже не 7, 8. Так, но все уже начинать заново я не буду. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам понравился этот второй выпуск, это видео. Если так, то поставьте палец вверх. Если вы хотите продолжение, то пишите в комментариях, а также напишите, в какие мне еще игры поиграть. Ну вот и все, с вами был Брайан. До скорой встречи, пока!